Наша перша екскурсія сьогодні до перлини Беловодська, церкви Святої Трійці, яка є прикрасою цього міста. Храм Святої Трійці було освячено у 1847 році. Гроші на спорудження храму збирали 14 років, і на той час сума складала 15 тисяч карбованців. Гроші збирали, як то кажуть, всім світом, і будували також. Да, храм строился всем миром. На всех дорогах, которые выходили из Беловодска и входили в Беловодск, стояли кружки. Каждый двор считал за почетную обязанность внести свою лепту на строительство храма. Собирались вазами яйца для того, чтобы раствор цементный замешивался еще и на яичных желтках. Также специально были построены два кирпичных завода, которые делали кирпич именно для этого храма. Велику допомогу у будуванні храму надавало керівництво кінних заводів, які знаходилися навкруги. Побудований храм Святої Трійці вийшов красивим та величним. Храм трьохпрестольний, побудований у візантійському стилі. Зараз Свято-Троїцький храм єдиний у Біловодську. А для історичної довідки скажемо, до 1905 року у місті було 4 храми, в яких служили 98 священників. Если, конечно, взглянуть глубину, то первый храм в 1686 году, он стоял в устьях Деркула. Но каждую весну Деркул разливался, и храм все время ближе и ближе подходил к воде. И поэтому было решено построить храм в другом месте. И специально синодальная власть приехала сюда, и вместе с властью города было выбрано это место. И построен фундамент. Но этот фундамент отстаивался 12 лет. Вот можете представить, точно в 1830 году был заложен фундамент, а только лишь в 1842 году начали строить храм. То есть наши предки думали, что они делают, ибо они строили на века. Так и есть. Біловодський храм Святої Трійці настільки вражав своєю величчю та красою, що коли невздовж після його освячення тут побував митрополит московський та коломенський Філарет Дроздов, то він відзначив, що цей храм не поступається по благолібності храмом відомого Золотого Кільця. І ще раз хочемо сказати, що наші пращури будували на совість. Будували не лише для себе, а для нащадків. На території огради взорвалась авіаційна бомба. Но так як храм переплетен весь металом, і, як я вже сказав, що кирпич здесь очень качественный, то взрыв не очень сильно повредил храму. Хотя, когда мы начали заниматься реставрацией, то полвагона кирпича ушло на восстановление этой стены. Опять же, видим качество работы. Со страхом Божьим и верой приступили. То есть наши предки и жители трудились и делали храм. Сейчас этого практически уже ничего не видно, только можно покладки снаружи обратить на это внимание. Снаружи этого не видно. Я вам могу показать это место, где это было. Вот вы сами не можете представить даже, что именно там в свое время была громаднейшая, так сказать, зияла большая такая дыра. Сейчас ее нет. Ну, знаете, все меняется, все движется. Вот она с этой стороны, если вы хотите, можете показать. Після жовтневої революції храм Святої Трійці не обійшла доля багатьох церковних споруд того часу. У 1924 році храм було зачинено. З куполів були зняті хрести і віддані на переплавлення. Церковне майно розграбоване. Із церковної паперті деякі люди навіть намагалися будувати собі хатини. В нашому храмі була копія Астромірова Євангелія, украшена золотом, драгоценними камнями. У нас здесь находились золотые потиры, были облачения шиты золотом, но, к большому сожалению, это все было разворовано. И иконы здесь имели драгоценные оклады. Так именно в Первую империалистическую войну немцы увезли отсюда два грузовика икон. А в 24-м году, когда был храм закрыт, то отсюда комиссары в кожаных тужурках забрали тоже один грузовик икон, остальные иконы были сброшены в центр храма и подожжены. И хочу сказать должное, что именно все равно, всякое дыхание да хвалит Господа, Господь давал моменты
благоразумия. Дети, которые здесь находились, сейчас это старики юбилейными сединами, они выхватывали из пламени эти иконы, сохраняли их. И вот когда уже мы в 90-е годы начали храм реставрировать, а храм отдан был церкви в 1989 году, потом эти старики, которые в свою молодость вытаскивали из огня эти иконы, все эти иконы передали храму. Я ездил по этим деревням, собирал эти иконы, и в данный момент они сейчас находятся в нашем храме. Честь и хвала этим людям. Конечно, многие уже ушли, потому что время неумолимо движется, но что я хотел сказать? Главное, что именно сердца и души согревались молитвой, о чем и говорит то, что сделали наши строители в качестве вот этого храма, вот этой жемчужины, которую мы имеем с вами. Также хочу сказать, что именно в нашем храме была чудотворная икона, особо чтимая икона, Казанская икона Божьей Матери, которая находилась в центральном иконостасе и которая непосредственно одному из жителей Новоалександровки, а был там богатый замужний, как по-украински сказать, человек, у которого были табуны коней, у которого были овцы, который, так сказать, крепко стоял на ногах, но у него был больной ребенок. А вы сами знаете, что счастье не может быть, когда дети болеют. И вот этот человек приехал сюда, в этот храм Свято-Троицкий, и перед святой Казанской иконой Божией Матери дал обет, что если она поможет по его молитвам и по молитвам всех тех, кто находился в этом храме, и сын его выздоровеет, хотя доктора говорили, что он безнадежен, то он, естественно, принесет большую жертву храму. Вернулся он обратно, налетела туча, разогнала все его стада. И что бы сказал нынешний человек? Да он бы только ругался. Но этот человек имел глубокую веру. Он помолился. Да, значит, он заработал, говорит он. И через 3 дня эти стада все собрались. Но другое, самое главное, через неделю его сын стал ходить. «Дивные дела твои, Господи, вся премудрость сотворил Иси». И этот человек свое слово сдержал. Он заказал в Санкт-Петербурге золотую оправу на эту икону, ризу золотую. И эта икона, Казанская икона Божьей Матери, была здесь, в нашем храме, как я уже говорил ранее, в центральном иконостасе, в золотой ризе. Конечно, очень жалко, что до нашего времени она не дошла. Потому что, сами знаете, те события, которые происходили в этих местах, они говорят сами за себя. Серед повернених до храму икон є і ось ця – ікона Святе Сімейство. Жінка, яка колись дівчинкою врятувала цю ікону із багаття, перед смертю наказала віддати ікону до храму. Це зробили діти цієї жінки. Після того, як храм був закрит, він використовувався як зернохранилище. На протязі довгого часу тут зберігали зерно. Потім тут був тракторний парк. И последнее здесь было хранилище газовых баллонов. Этот храм как бы относился к газовой службе. И после этого, я же как уже говорил, после этого храм перешел в собственность епархии города Луганск при митрополите Еникии. Поэтому, естественно, эти все службы, которые находились, они варварски использовали это помещение. И вы знаете, со слезами на глазах, вот люди заходили и плакали, что такая красавица, Святая Троица, была так изурода. Но опять же, вместе с Божьей помощью, с помощью других людей, мы созидаем то доброе благо, которое должно быть у нас. Після того, як у 1989 році храм Святої Трійці повернули православній церкві, знову, як то кажуть, всім світом прийнялися до її відновлення. І у наші часи знаходяться добрі люди, які роблять цю справу не лише для себе, а для своїх нащадків. А ведь заметьте, когда мы приезжаем в любой город, в любой поселок, то прежде всего бросается, что в каком состоянии находится храм. Так вот, в каком состоянии находится храм, в таком состоянии находятся эти люди, которые живут в том или другом населенном пункте. Поэтому дай Бог, чтобы наши храмы укрепляли добрыми делами всех тех, кто живет в этом мире. –